Мойка воздуха Electrolux 75 серии обеспечивает увлажнение и очистку воздуха в помещении. Функции прибора. Цифровой дисплей с сенсорной панелью. Встроенный гигростат. Режим очистки дисков. Функция автозатемнения дисплея. Индикатор обслуживания прибора. Прибор проинформирует о пустом баке, о необходимости очистки дисков и о замене ионизирующего серебряного стержня. Описание работы. Мойка воздуха проводит сухой воздух через увлажненные диски и выпускает его обратно в помещении оптимально увлажненным. Таким образом, воздух в помещении естественно очищается от грязи, пыльцы и неприятного запаха. Оптимальное качество воды обеспечивает ионизирующий серебряный стержень. Мойка имеет простое управление. Прибор способен поддерживать необходимый уровень относительной влажности между 30 и 70%. Мойка воздуха автоматически выключается, когда достигается необходимый уровень влажности. Дисплей показывает необходимый и текущий уровень влажности. Если влажность воздуха в помещении опускается ниже необходимого уровня, устройство автоматически возобновляет работу. Если нажать одну из кнопок на экране, когда устройство выключено, на несколько секунд высвечивается показатель влажности в помещении на данный момент. Мойка воздуха Electrolux может быть настроена с помощью регулировки уровня вывода. L – низкий для ночной работы, H – высокий для нормальной работы. Обслуживание. Верхний кожух легко снимается. Также легко снять диски увлажнителя и бак с водой. Ионизирующий серебряный стержень находится внизу поддона. Данная иконка служит напоминанием, что стержень нужно заменить. Иконка исчезает, если одновременно нажать и удерживать кнопки в течение 5 секунд. Если уровень воды опускается ниже минимума, прибор автоматически выключается. На дисплее появится красная информационная иконка. После заполнения бака водой иконка погаснет, и прибор продолжит работу. Иконка очистки дисков служит напоминанием, что устройство необходимо очистить. Для очистки устройства мы рекомендуем использовать очиститель накипи для увлажнителей. Приготовьте раствор согласно инструкции. Налейте раствор в поддон и поместите верхний кожух на место. Режим очистки. Нажмите и удерживайте кнопку включения-включения в течение 5 секунд, и устройство автоматически начнет очистку. Можно настраивать время очистки от 1 до 9 часов. Во время режима очистки не происходит увлажнения воздуха. Продолжительность очистки можно изменить в любое время, используя кнопки выбора. После завершения очистки на дисплее высветится 0H, и иконка очистки будет очень часто моргать. Выключите устройство. Бак для воды можно также эффективно очистить с помощью очистителя накипи. Разберите базу и промойте запчасти чистой водой. Для очистки поверхности подойдет ткань из микрофибры. После сборки прибор снова можно заполнить водой.